Как всегда, цветок нимфеи распустился ночью. Это уже второй цветок в этой нимфеи. Свет в аквариуме давно уже погас. И вот послушайте, что творится вот здесь у меня. Просто дико орут сверчки. У них сейчас гон, период размножения. Вот здесь они откладывают яйца в специальный контейнер. А вот здесь рядом уже стоит один контейнер, наполненный яйцами. И здесь я жду появления потомства, появления новой партии сверчков. Хорошо, что этот зоопарк находится далеко от моей спальни. Как вы можете слышать, шум стоит неимоверный. Линяту скушает сверчка.